Всем привет! Тема нашего сегодняшнего занятия – работа в команде, настройка Discord. Кто не знает, Discord – это виртуальная комната, где можно общаться онлайн и бесплатно. Мы его используем для того, чтобы общаться и обсуждать торговые ситуации. Чтобы установить это приложение, заходим на официальную страницу Discord, и у нас есть два вида использования этой платформы. Это скачать установщик на рабочее место и установить его себе, либо использовать Discord уже в браузере. Мы будем его использовать на рабочем месте, поэтому скачиваем. При нажатии на эту кнопку выскочит установщик. После того, как мы установили программу, запускаем ее. Изначально она у нас будет пустой, не будет подключенных комнат. Что мы делаем дальше? Чтобы подключиться к Discord Life Investing Group, нужно быть трейдером этой компании. В этом случае вам придет приглашение в эту группу. После того, как вы подключились, изначально у вас не будет в этой комнате ролей. Эти роли будут необходимы для подключения к комнатам. Комнатам, где общаются трейдеры. Чтобы открыли доступ, нужно будет написать менеджером компании. А чтобы вас тут же увидели, можно поприветствовать всех в чате и попросить открыть доступ к торговым комнатам. Дальше пройдемся по технической части. Заходим в настройки пользователя. Переходим в раздел «Голос и видео». Изначально у нас включена активация по голосу. Нужно будет включить режим рации. После того, как мы ее включим, нужно будет назначить определенное сочетание клавиш, либо клавишу для включения этой рации. Также выбрать устройство ввода и устройство вывода. Устройство ввода – это наш микрофон. Устройство вывода – это наша стереосистема, либо наушники. Дальше мы отмечаем для себя все необходимое, шумоподавление и любые другие настройки, чтобы вас не отвлекали лишние звуки в будущем. После того, как мы закончили на этой вкладке, переходим на вкладку уведомления. Чтобы вас не отвлекали всплывающие уведомления, можно отключить их в этой вкладке. Все остальные настройки уже по желанию и по личным предпочтениям. Это лишь тот минимум, что нужно сделать для комфортного общения. После того, как мы выполнили процедуры настройки приложения, мы готовы к работе в команде. Чтобы подключиться к голосовому каналу, нужно будет нажать на него. И таким образом вы подключитесь к голосовому чату. Итак, вы видите, что я подключился к голосовому чату. И пока я здесь один. Чтобы выйти отсюда, можно нажать на кнопку «Отключиться». Также, когда вы находитесь в чате, можно как отключать микрофон, так и включать его. Таким же образом можно отключать звук. Также здесь можно менять свой статус. Теперь мы готовы к работе и быть всегда на связи. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.